коллективный. Заправки сейчас заправляться будем. Ну вот сейчас заправляемся уже все поставим. Ага. Ну да, ничего ты не сказал. Да. Дура, блядь. Нормально, а? Ты чё? Блять, отъедь назад на... Приехали. Шупа? Да. Я пролезу через такую маленькую дырку. Скажи, это само у меня с регистратора записи есть. Ну, резко тормознул. Сейчас ему скажу. Красный, ёб твою мать-то. Дура, блин. Куда? Дура-то. Ой, ёб твою мать. Чё же она делает, всё, да? Всё, это насмерть. Да, дверь ей ударил. Она жива, она, Дим. Всё жива, успокойся. Вон она, живая она, господи. Живая. Всё. Владимир, долбанная, блин.
Прикольно, блять, вы тут устроили, ёптвою мать. Да, блять, ну ёп... И чё, блять? Отъедь назад, ёпта. Пиздец. Молодцы. Вдохновению взбодрить нас. Вреда от этого никакого, зато... Ты что это такое? Ты дурак. Ничего не понимаю. Я тут стою. Сначала в зеркало. Почему? Смотри. Ты стояла. Здесь передо мной было три машины. Какая специфика? Во-первых, есть специфика страновая. Ну, скажем, в Америке важен вопрос расы. Да. Там уже почти все черные. Ну, в смысле... Не все. Не больше. Там где-то... Блядь, ебанутая сука! Копыла, блядь! Ты что, вообще охуела, блядь? Ну назад ей, господи, боже мой. Теперь она уже боится врезаться. Это баба была, я так и подумала. Которая первый раз села за руль. Машина купила, блин. Ей восклицательные знаки. Сейчас это будет. Сейчас еще, блин, ну так я и думала. Понятно. Слушай, пипец. Разбила машину человеку. Он что, больная, что ли? Надо. Так свалить сейчас, смотри. Болезнь, по-моему. Либо пьяная, либо чувствительная.